Губернатор отметил, что сегодня в крае совместно с ДОСААФ разрабатывается региональная программа по развитию военно-технических видов спорта, чтобы допризывная молодежь могла достойно подготовиться к службе в вооруженных силах. Я надеюсь, что вот такой центр военно-патриотической подготовки в Краснодарском крае должен появиться. Многофункциональный центр, многопрофильный центр. Я еще раз подчеркиваю, где молодежь со всего края может получить достойные уроки подготовки по любым направлениям военных специальностей, которые Андрей Петрович, как руководитель регионального отделения, определит, исходя из общих задач. И вот эту возможность нашей молодежи, я убежден, мы должны сегодня дать. В свою очередь, председатель ДОСААФ России Александр Колмаков поблагодарил Вениамина Кондратьева за то, что в крае уделяется большое внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи. Он также отметил, что эта работа возможна только совместными усилиями администрации края и ДОСААФ. Взаимодействие со всеми структурами, которые входят в правительство, субъекты, эту задачу в одиночку не решить. Поэтому у вас услышали, что у вас есть желание создать такой центр. Со своей стороны мы вот поработаем и предложим вам достойную модель, чтобы это действительно, как вы говорите, это были не декларации, не лозунги, а были конкретные дела. На встрече было решено провести опрос среди молодежи, чтобы услышать и их мнение, каким они хотят видеть этот центр и чему там учиться. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.